Друзья, приветствую на канале. Ходили мы сегодня по грибочке. Юля перебирает. Видео не об этом. Сегодня буду красить мачту. Участок вот, который я добавлял. Вот, поставил лестницу. Сейчас полезу. Как бы можно и по мачте залезть. Сейчас залезу, вам покажу сверху. Ну вот, друзья, забрался я наверх дымохода. Высота, конечно, потрясающая. Буду красить. Сейчас вам покажу вниз его. Отметка здесь получается с верхушки у меня порядка 7 метров всего. Но высоко. Вот мой дом. Два этажа с крышей. И вот я. Сейчас будем красить. Сейчас покрашу. Покажу уже готовую. Давно погоды не было. Но сегодня получше. Решил покрасить. Ну все. Друзья, самый страшный процесс позади. И вот вставочка. Вставочка у меня чуть больше метра. Как бы ее начал красить, покрасил. Краска осталась и решил продолжить уже. Потом докуплю краски и уже покрашу. Мачта красилась в момент установки только. Вот когда лазил, пошибал всю краску. Что год назад я с небольшим добавлял 2 метра дымохода. Вот эти вот крайние метры. Он был у меня 6 метров, потом метр добавил, еще метр, ну, получился 8. Сам дымоход от колосника около 9 метров получается общей высоты. Ну и мачта получается у нас 7 с небольшим метров. Самую высокую часть я покрасил. Осталось мне вот только вниз покрасить. Ну, краски мне на все не хватит, еще где-то на метр хватит. Докрашу. Потом уже вам покажу общий фон. Краска с молотком эффектом ложится интересно. На фокус будет, не будет. С руку поставим. Плохо фокусируется. А, вот видно хорошо. Вот такая вот мачта получается. Ну все. Крашу дальше. Все, друзья, дымоход, ой, вернее, мачту дымохода я покрасил. Краски мне маленько не хватило. Ну, тут уже низенько краски докуплю потом. Либо сам, либо Юля мне поможет докрасить уже полностью его до низа. Красил его, когда монтировал, уже прошло больше 2 лет. Он уже подржавел маленько. Птички, говорится, делают свое дело. Загадили весь. А так все отлично. 2 сезона я его ни разу не чистил. Вот такой дымоходик. Ну все, друзья. Благодарю всех за внимание. Всем отличного настроения. И до новых встреч в новых видео.